Приветствую, друзья! Небольшое пояснение перед просмотром ролика. Иногда в комментариях пишут о том, сколько Петрович выпил или какие психотропные препараты он принимает, основывая свои доводы и аргументы на странном взгляде и положении глаз Петровича. Так вот, друзья, у Петровича один глаз здоровый, а второй глаз стеклянный. И много лет он творит чудеса с антикварными предметами, пользуясь только одним глазом. Приятного просмотра. Приветствую вас, любители предметно-материальной истории. Я снова погружаюсь в катакомбы антикварного ареала к своему другу Петровичу. Че, так, помочь, пришел к Петровичу. Будем чинить вот такую интересную штуковину. Это 19 века фотовспышка. Да, сюда магний насыпался, ну не чистый магний, а какой-то раствор, смесь. Магния там и бертолетовую соль добавляли, и селитру, и марганец. И в общем, каждого фотографа зависело от яркости и длительности загорания. Делали две пирамидки обычно. Одну пирамидку насыпали вот возле кремния, она воспламеняла, первая вспышка как сигнал. И побольше пирамидка уже, да, детонировала и вспыхивала. Но эта вещь 19 века, к сожалению, не работает. И кремень давно стерся, и уже пружину начали этим чиркалом тереть. И вот с Петровичем наша задача привести его в порядок, вернуть к жизни и запустить. Хотя бы, чтоб чего чиркнул, да. Ну, я смотрю, иногда что тут... были жертвы. Да, да. Слушай, тут дело в том, что слишком много грязи еще. Давай посмотрим, что там. Лимонную кислоту раствор. Да не. Ну, как тоже у нас грязь, нагар получается. Нагар, нагар. А такое впечатление, что там... Не сгоревший металл. Так, значит, пробочку вот эту сейчас мы... Да, выкручиваем сейчас кремниевую отделку. Так, там записываешь? Да, 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 запись идет. А, у тебя идет, да? Конечно, можешь комментировать, Петрович, это самое интересное. Ну да, ну вот... Опаньки. Что там? Ну, Руженка? Оказывается, не так, как в этих зажигалках современных. Пружинка там запрятанная. Ага. Сейчас возьмем шпионскую. Так, ну я не знаю, тот кусочек магния я искал. А, магния. Нашел. Да. Я на барахолку схожу, думаю, там точно найду. Ну да, там вот тут Сережа есть, так вот у него. По прозвищу Вонючка. Ага. А? Вонючка это не Серёга. Это Серёжа. Сейчас скажу, как он. Так. Интересно, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой. Что там? Стерли пружину в хлам. Нет, она довольно рабочая, но она Юра, который зарощит, не зарощит, а живет на 40 лет, на российской, вот мне погоняла вонючка. Я думал, возле ипподрома, который вонючка. Вот как раз. Ну, он не Сергей, Юра? Юра, да. И, слушай, такое впечатление, что пружину кто-то... Доставал уже. Доставал, да, и кто-то приделывал, что Саш, она... предмету сколько лет. Вот кремние свежа. Я понял. Нет, Алексей, она не пружинит. Вон оно что. Она не так, подожди, она не пружинит, а взводится тогда. Она не взводится, почему? Она из сырой пружины. Хотя, из проволоки. Это мы привыкли, что сейчас современная сталь такая, прям... Знаешь, аж прокручивается. И... Как застрял. Хотя упорчик, смотри, упорчик. Петрович, вот. Подожди, а во что уперлось чиркало? Посмотри там. Оно не крутится само по себе. Оно должно сброситься. Оно во что-то уперлось. Там еще кусок пружины или что-то, видишь? Оно... Его заклинило. Оно заклинило в эту трубку, которую кто-то подпаивал.
олово вылезло, что ли? Вполне возможно. Она должна прокрутиться ж за счет пружины. Слушай, ну по идее тоже ее вытащить. И что это даст нам? Вот оно должно всё взвестись. Ну, оно, потом нажимаешь, оно так... Да, куча грязи. Вот может из-за грязи не прокручивать. Да, да. Ой, ужас. Так. Значит... Вот оно... Расчеканиваем. В тех местах, где вбито, да? Да, да, да. Где... Как вариант. Оно же как, чертежей нету у нас. Ну да. Ну как это, помнишь, мы с тобой Варнет восстанавливали? А, ну да. Вообще, как заново изобрели. Заново. Ах. Так его уже открывали. Да Алексей, ладно. Да вот смотри, вот здесь, видишь, вот... Потом уже способу, как и ты, да, получается? А? Ну, наверное. А потом завальцовывали, да? А и потом вальцевали, да. Ну вот. Вполне возможно. Сейчас мы... Я думаю, все-таки геморрой не здесь, а там. Почему не взводится тогда? На полке. Из-за того, что эта полка так перекрутилась сильно, да, и ее перекрутили. Петрович, давай начнем тогда с вертушки с той. Может, вот эту разбирать? Да, может, ее разбирать и не придется. Она должна проскочить. Конечно. Она замерла. Ну, что-то, как? Возможно, под нее попало, кусок пружины где-то. Я бы капнул туда. Вдохе. Ну, чего-нибудь, да, какого-нибудь, типа... Видишь, она как мертва стоит. Сейчас. Она не должна так мертво стоять, бензинчика по идее. Хотя бы. Да нет, она вон. Крутится? Да, она свободна. О, смотри, смотри. Тынь-тынь-тынь-тынь. Да. Значит, ну, по идее, если бы досконально знали бы вот внутреннее устройство. Да. А где чертежей нету? Шпионских. И взять негде. Я в сети вообще их не нашел, даже фотографии. Настолько редкая штука. Ну, да, ты представляете, люди, ну что же делать, а? Только вскрытие, Петрович, а что делать? Ну, да. А теперь они надеются, что я должен еще сделать, да? Чтобы заработало, конечно. Они ждут и в комментариях будут писать. Петрович снова вернул к жизни очередного больного 19 века. Безнадежно. Безнадежно. Ты читал последние комменты, там сколько тебе приветов передавали? Да, да. Еще просили что-то еще показывать. Вон к Игорю нужно, знаешь, знаменитый кузнец. Громко сказано. Ну, а ну почему нет, да, можно исходить. Ну, что, дамасскую сталь. Рассказать-то есть, что да, дамасскую сталь, как да. Вообще мало кто может показать. Да. Чтобы окупить. Интересный момент. Что, пошла? Перекрутили так просто пружину? Да ну резьба тут оказывается. Только ладно. Один клин есть или... Ну вот, смотри. А, то есть может выскочить шток тот? Не, ну может быть, да, сейчас. Ну что там, Петрович? Мы вернемся. Значит, смотри, оно это тут страшно все в... Ну а что мы с ним сделаем? А, ты имеешь в виду в грязи, в кислоту да, засунуть? Да, это в кислоту, это проразмывать нужно. Ага. Чтобы это она зубчики нас... имела. Да. Ну и что теперь? А это... Вообще не взводится. Не вскроем. Ну, будем. Что тут, железяка? Воскресим. Да вот не ну, первое, что. Ну, что ты. Это как я говорю. Люди сделали, люди поломали. Люди могут установить. Какая разница. А пружинка просто слабая. Вот смотри. Да, я посмотрю, может, и, у меня есть и такая. Я понял, она выдавливает сильнее. Нет, должна. Да ее у меня стальные проволока есть, но она уже износилась, да. Ее подстерли еще вон там, и она стерла. Да. Тут должна быть вот такая же часть на конце. Троть, освещение. Надо поближе. Кого? Не, не надо. Зачем?
Он показывает сверху вниз, а там фронтальная. Тут у нас ты что? И ты попал уже. Все, сейчас будут тебе говорить. О, я Стахов здесь. Петрович, техника же новая, там он тебе себя видно, тебя видишь? Вижу. А сколько она угол берет? Там практически все. 130, по-моему, или 140. Это если без искажений. А еще ж можно рыбий глаз, да, включить. Значит, фишай, да, как любил Печаковский говорить. Это же раньше надо было для этого объектива менять, а сейчас кнопку нажал. Это не регистратор же? Нет. Экшн-камера. Экшн-камера. Можно на лоб ее сделать? Куда хочешь. Да? Я на собаке ее ношу. Ну, бро. Петровичу мы бро, она он же... Она же вторая появилась. А, да? Вторая появилась, маленькую ее взяли. Она ж ходить перестала, теперь хромает. Ага. И мы мелкую взяли щенка ей в гости. И она как блогер, ты все, блогер. Да. Камера не прицеплена сверху. Она ходила по красной, людей снимала на мероприятии. Свадьбы снимала. Засланный казачок. Так ты зайди в этот антикварный ареал. Там столько роликов. А, мы с ней пошли тогда по антикварным магазинам. Ага. Да, и к Диме, и к Ирке Паршиковой заходили с собачкой. Там у них не написано «но дог», блядь. А кто ей, откажет? А кто? А еще я прицепом. Кто нам откажет? Мы в паре, кто нам откажет? Камера на холке стоит. Она такая дыр-дыр подарит. А какие бабам под юбки залазят? Вот зачем это? Не, я что-то нашел. Думали, это искусство. Стоп-кадр нашел. Ролик хороший, что там. Ну, а что? Она и не против была, дама. Она и сама не против. Белье, бельишко, да, продемонстрировала дорогое белье. Кому еще показать, как не собаки с камерой? Может, ее зажать куда-нибудь, нет? Да нет, оно, видишь, вот в двух местах вот были заклепки. Да. Но кроме того, они еще вот так завальцевали. Да, здесь только надо знать терпение. Ну, да. На. Так, на удачу. Удачи. Получится или не получится. Ну, это российская штука или... Не, российского пошло? Ничего не было, все привозили из Германии. Из Германии, Франции, Европы. Франция. Доставка была круче, чем сейчас вот эти Алиэкспресс. Это вот был как раз же этот Устинов Борис Николаевич, не знаком с ним, историк фотографии. Ну, в общем, про всех фотографов, здесь которые... Здесь в Краснодаре? Да, наш краснодарский книги издает. Пластинки появились из-за того, что их тиражировать вот легко. Сейчас, да, штампом. Секрет фирмы. Пошел. О, Петрович вскрыл. Деньги. Оп, почти. Опа. Что-то полетело, пружинный кусок. Она лопнутая там какая-то. Давай-ка фонарь. А вот. Да. Сейчас я тебе дам, Петрович. Да, сейчас я дам. Подожди, не спеши. Сейчас я тоже включу. Под тебя куда-то упало, Петрович. Там кусочек пружины был. Тоже увидел. Что он куда-то... Не это... Вот, не вот это там было? Проволоки. Вот оно, смотри. Ну. А, нет, это вот. Сейчас, это делается вот так. Это не первый раз уже, да. Пацаны. Не вот это ли хрень там была? Может быть, сейчас. Сейчас мы... Нет, все... это стружка такая. Улетел кусок пружины, вот все ищем. Два фонаря. Да. Нет, а может быть. Вот отсюда был кусок, Петрович. Вот отсюда. Думаешь? Вот, да, вот он отсюда был. Видишь, вот этот? Он что-то делает, за что-то цепляется. Теперь можно шток весь вытащить и понять, как оно работает. То есть там вот большая пружина. Вот оно. Что? Вот оно в чем дело. Это вот. Короче, вот эта большая пружина ее натягивала. А маленькая что делала? Натягивала. А маленькая выталкивала, скорее всего, вот эту кнопку. Кнопку, да. Вот. Как в магазине ППШ вот это она работала. Опа.
Опа. И сколько всего, слушай. Вроде негде спрятаться. Нету. Некуда. И что там у нас? Ничего нету, так? То есть выскочило что-то лишнее, получается. Угу. Или кусок вот этой пружины. А посмотри, она обломана. Ну, по идее, да. Вот она. Куска нету. Да, вот из-за него, скорее всего. Да, вот она. А кнопка. Так. А, дядя, точно. Вот оно ж. Ну, ты знаешь, что это можно его исправить. Ага. Это сейчас мы его пыц загинаю. Так. Так, а почему кнопка не высовывается, не пойму. Кого? Сейчас посмотрим. Она щелкает, да, только? Или даже... По идее, видишь, очко вот это. А, она должна... Туда входить. Ну, по идее, да, и тогда ты нажимаешь, когда готов, и она отщелкивается обратно. Значит, смотри. А она туда не хочет почему-то. Алексей. Значит, там согнутая какая-то... Да. Алексей. Какой-то рычажок. Понял? Да. Вот оно. Да. Это вот оно лопнуло. Да, да, я ж тебе говорю, кусок от нее отвалился вниз. Но, да, ну значит, тут что-то еще был, еще, может, маленький кусочек. Да, он и выскочил. Ничего страшного, давай попробуем так. Без него. Мне не нравится, Петрович, что кнопка не ходит. Там внутри какая-то собачка. Да, там что-то мешает. Собачка, блядь. Что, и она не согнулась, блядь, или отлетела там, она была припаянная. Да. Туда надо вовнутрь заглянуть. Ну, китайца туда маленького запустить, да. Маленько. Так, а если камерой попробовать сфоткать, что там внутри? Да, я попробую. Маленького дрончика, блин. Так. Сейчас для канализации есть эти. Угу. Камеры специальные засовывать. Для канализации? А где такие есть, скажу? Ты в интернет зайди. Да? Там прям длинная, жесткая, это самое. Такая, там... положок и засовываешь трубы куда хочешь. Я у Петровича спрашивал, у меня печка заложена, ее снесли. Я хочу восстановить, и через трубу надо выяснить. Вот, то, что как то, раз. Что нужно, да? Да, и у тебя там чемоданчик, экранчик стоит там в пределах 6-7 тысяч. Так, и... хорошо. Если я не ошибаюсь. Посмотри в интернете, камера для там... Санузлов. Гибкая, да. Да, да, с гибким хоботом. Приводом. Тебе же там разрешение большое не нужно, достаточно. Да, ну, там выяснить только, что там ничего нет, свободно она. Или проще бойца вызвать, дешевле будет с такой это камерой. Ну, с такой камерой у кого есть. Ее ж в проказ сдают, конечно. Непонятно функция вот этой. Какой? Большой? Вот большая пружина должна... накручиваться и как, а потом она отпускается и она такой жить чиркает по вот этой колесику. Так, смотрим, что там внутри. Ты понял, что ты обалдеть? Дядька, ну там видишь грязюки. Может. Вот грязюка, скорее всего, и не дает ей доходить. Туда что-то засыпалось. Да. Давай мне что-нибудь ковыряющее попробую. А там, значит, она посмотрите. Во что-то упирается, вот оно. Или кусок какой-то, или грязь реально. Смотри, вот эта вот часть, вот, надо, видишь этот. Надо промыть ее, ребятки. Угу. Промыть. Слушай, ну ты даешь. Чего такое? Ну, нравится? Нравится. Керосинчик, камера, да, блядь, бомба. Это снимать просто обычный телефон. И вот как получилось. Вот труба, а вот эта штука. Это с рук дрожащих снят. Понимаешь, да, Петрович? А, пупер. Да, конечно, у тебя. Супер работа. Так. Теперь смотри, вот эта пружинка, вот видно, что она вот здесь жила. Угу, согласен. Вот. Только что она делала? Что она делала? Вот это... И во что она упиралась, та часть? Она должна заряжаться. Она же, да, во что-то упираться должна, чтобы не прокручиваться. Заряжаться? Причем... А, назад! Сброс назад? Сброс назад, не она... Смотри.
Сброс назад самая мощная, потому что она чиркает как раз. А завальцована она как раз в эти отверстия. Вперед были. Идет, назад нет. Это тормоз. Чтоб я так жил, Ты как просто, а? Да. Ты смотри. Ты понял, смотри, вот. Тут есть дырдочка. Да. Вот. Мы его поставили. Вроде вот этот хвостик ничего роли не играет. Но когда ты на завод идешь, он крутится, а назад хоп. В вальцовку как раз упирается. Нет. А, просто не крутит. Раскручивая пружину, вот ничего ж там не сделал. Она не дает назад уйти. Ну, условно. Ну, да, да. Смотри, вот туда идет, а назад все. А, вот это что. За счет трения распор идет. Чтобы она становится больше, значит, слушай, когда назад. Она интересно. Больше. И она значит, это мы поняли, да? Да. Теперь это, вот эта хрень-то вот, да. Хвост обломанный. Да. Сейчас мы сделаем такую. Растянем ее. А пружина да, такая. Пружина будет покороче. Вот, вот ну, же. Пусть будет покороче, да. Ничего страшного. Как соединить вот эти поломанные части? Какие? Ну, не будем соединять. Не будем? Да укоротим не будем, укоротил пружину и все. Да? Ну, посмотрим чуть. Ну, а что делать, где мы пружину такую найдем? Ну, да. Соединить, как мы пружину соединим? Никак. Вот. Сейчас, смотри. Так. Тыч. Во. Это пружина. Нам нужно сделать вот такую картинку. Подожди, это кусок пружины или петля? Кусок пружины. Всё, вот, смотри. Да, понял. Все, Петрович убедил. То есть на хвосту надо сделать такую петлю. Да. Согнуть ее. Ну, это плоскогубчики. Вот, круглогубцы. Всех сортов, всех размеров, потому что неизвестно, что они там такую сталюку сварили. Слушай, так у тебя не китайский телефон, да? Китайский? Китайский? Да, и вот так показывает? Ну, Samsung. Слушай, а может и мой так показывает? Может. Это когда там увеличение ставишь, да? Нет, просто правильно подносишь, вот фонарик включаешь. Ты заметил, я фонарик включил, сфотографировал с фонариком, и все. Угу. Ух ты! Она каленая, оказывается, да? Что? Каленая пружинка. Угу. Обломалась. Да. Нет, ты там начнешь насиловать. Вроде сделаешь, а потом в процессе. Нет. У вас там кошачье царство. Да, ты что? Да, Петрович? Кто-кто? Кошачье царство, говорю. Да. Ну, девки ж нравятся им, как кошаки. А она еще троих принесла. Вот так вот, сама. Пузи. Ну, по идее, проблема была вот в этой пружине только, да? Да, она была отломана. А есть ковырялка какая-то? Попробую грязь зачистить там. Ну, ковыряла тут. Это опасно, сломать. Нет, нет. Они, стоматологическую. Вот, надо. Стоматологический. Вот она лежит. Сегодня у меня проще день защиты животных. Сегодня? Да. Не, ну... Сейчас ты если... Ты же да? Видел, да? Далматин большой. Далматин, да. Так это ж ты что, хозяин ходит по выставочному залу, проверяет, все как положено, все. Незнающие люди пшугаются, знающие здороваются, я все. Думаю... Ну да, с Брина Красной здороваются. Привет, Бри, кто знает. А я как-то зацепил на нее голос. И собака стала говорящей. Помнишь, Петрович? Петрович ошалел тогда, когда собака ему говорит «Привет, Петрович». Привет, Петрович. С телефона или как? Или просто? Ну, динамик прицепил на блютузе, записал скрипучий голос.
Ну так нельзя, говорю, вообще. Вот так я тебе расскажу. Таким... Идем с собакой по Красной, идет толпа. Навсегда. Идет толпа таких молодых борцов по Красной, да. Ну и Бри идет сзади и обойти не может, мечется собаки. Знаешь, как они не сразу. Я включаю запись, а там скрипучий голос. Понаедут понаехи, пройти по городу невозможно. Этих людей. Просто шок был. Она ж сама бежит без поводка, далеко от меня, там метров 20. Динамика не видно? Нет, конечно. А за нами цыганская семья, детвора, гнались, наверное, всё квартала. Понятно. Квартала 3 кричали, собака говорящая. Ну, чё, Петрович? Смотри. Да. Мы зажали. Да. Но тут же, видишь, стопор. Да, как на всех зажигалках. Да. И все. И ты вот так нажали, а назад она шла. А спуск где тогда? Ёп. Кнопка. Ты его так пик. А, вот это сбрасывается. То есть прокручивается вот эта вот шестеренка. Да, да. Все теперь ясно. А этого, это вот стопор. Вот Петрович, это. Ну, у меня не было сомнений, что... Просто знаешь, как огурай. Да, что ты этот объект вернешь к жизни. Так, очень подай, даже... ну как вернешь к жизни? Это нужно... Еще работать и работать. Еще работать и работать. Ну, уже задышал, можно сказать. А, что же, дырдочку потерял. Проявляет признаки жизни, скажем так. Ну да, вот так. Это на месте. Да. Это, значит, ну... Ну, то, что мы кусочек потеряли, мы да. еще один кусочек потеряли. Да, две, получается, ну, петли там. Ну, дело в том, что... Так, а где этот сам корпус? Вау. Вот лежит. А, сейчас мы длину проверим. Нет, это еще, да. А еще нужно. Ну, что, Петрович... Значит, теперь получается, что тут, значит, был какой-то там зацеп, что когда мы вот условно закрутили проволоку, да, да закрутили, и вот она должна крутануть. Должна отпустить? Да, да, ёлки. А она вот это как раз тогда отпустила, получается, не вверх двигать. Вниз вверх. Двигается она, смотри. Кнопка. Подожди. Вот смотри, Петрович. Сейчас, как... подожди. Давай попробуем. Ну, вот это должна в руках быть, да? Да. Со смесью. Со смесью. Ну, вот он накрылся, держит ага. там. И ему же не видно, что там нажимать. Ему надо пальцем, чтобы не смотреть, куда нажал. И оно вспыхнуло. Он в это время фотографирует. Ну, да, он... Либо наоборот, вверх она сбрасывалась. Я вот что-то не могу сообразить. Давай фотку еще посмотрим. Никак она не деформирована там, нет? Странно, конечно. Подожди. Вот, смотри, как оно выглядит. Вот. Ага. Вот, соответственно, цеплялка вот эта, которая цепляется, попадает вот в эти фиговины. То есть... Ну, тут вот я смотри. Вот у нас картинка такая получается. Да. Видишь, вот так. Да. Оно должно стоять вот так. Да. Ну, как раз. Значит, кнопка. Что? Как раз по кнопке. Вот чик, эта кнопка зафиксировала. Толкает эту заумно. Почему заумно? Смотри, раз оборот пружины. Два оборота пружины или три оборота пружины ты зафиксировал, да? Искра, какая тебе мощности нужна? А, вот ну, так, да. Согласны? Ну, сильно. Соответственно, вот эта штука, смотри, она со всех сторон. Они могли сделать ее с одной стороны вырез только. Да? Если бы на пружине было бы, оно бы вырез был с одной стороны. А так это как раз под ручную вот эту фиксацию. Ну, да. Ну, может. Давай попробуем собрать. Так, собрать. Надо сначала ее как бы совсем выяснить. Вот как раз она нет, здесь. Нет, мелочам. Что, будет оно держать или нет? Должно держать. А то соберем, а потом... Да, оно не... Не было ли там оно?
Ну вот смотри, по движению давай вот этого стопора. У него движение вперед и назад. Вот до того. Ну, вот логику включим. Вот этого стопора. У него движение вперед и назад. Все. Да, третьего никуда он не гуляет. Нет, он не вдавливается. Да, 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 да. Поэтому он фиксирует и расфиксирует. До того, как его разбирали, она же туда и назад была. Нет, она так же ходила, ничего не поменялось. Вот смотри. Там должен какой-то, который вот здесь будет между вот этим вот. А вон он и есть. Я ж тебе показал его. Вот он. Да, видишь, какой формы она? Вот он, вот это, вот она, вот она. И когда мы засовывать будем, вот оно как раз вот так и где это? Вот оно, вот по этому вырезу как раз. И возможно, оно не взводилось, послушай, пружина сломалась, и вот эта штука, она стала ниже просто, чем вот это вот, вот это. Согласен? Вот, смотри, вот она садится как раз, вот, вот эта выемка. Так. Так? Поехали. Ну, тогда мы вообще ее не снимем. Так, нет, а как в, же это, в пружину, я имею в виду. Как дырочку. Теперь, Миша, в дырочку. Да, ёп! Прошу прощения. Ты что, тут еще? Все на месте, вроде. Все на месте. Все на месте. Так. Руками ничего не трогать. Да. Рядом табличка, руками не трогать. Она сама должна попасть на свое место сесть. Пружина ее втолкнет. Потому как там... Не факт. Подожди, оп, попал. А вот. А. Она должна попал. Сесть сама. Ну а что, в одну из четырех точно попадешь. А, точно. Да? Ага. О. А вот же ж капиталисты, да? Угу. Так и сделали на века. Ты знаешь, если честно, вот мне приносили современную какую-то дровяняку, я не знаю, железяку. Ну, разобрал, ну, понял принцип работы. Ну, там столько лишнего накручено, что я... Ну, я сделал там ланкопуцит. Угу. Все это напрямую работает. До сих пор. До сих пор, да. На тиристорах. Ну, ты сильно без фанатизма. Так. Все, да, на месте уже. Нет, да. Нужно ж его... Попробовать завести тебя. А он заведется? Да, он заведется. Заводим. Без фанатизма, да? И зафиксировать. Кнопкой. Кнопочкой вперед. Кнопка с другой стороны. Петрович. Ты гений. Что вы как дети? Что вы как гений? Так, теперь вальцевать. Давай проверим сначала. Вальцевать. Давай проверим, как оно работать будет. Да, наденьте мне. И кремень вставим. И кремень, да, хотя бы. Да. На всякий случай. Потом уже... В каком это фильме? 72 метра, говорит, ну я вам задницы развальцую. Командир лодки. Так, а теперь слушай. Какой стороной? Которая потертая вниз должна быть. Она прокручивалась, увидишь. Не потертая сверху. Согласен? Да. С говном. Ну что, Петрович, я же тоже в теме. И чтобы маслица туда не капнуть. Ну подожди, сейчас проверим. И капнем. Она на что, на резьбе там, нет? Да, Петрович говорит, закручено. Заморочились ребята, сделали. Обалдеть. Это, стальной... Стальной чиркали. Давай, может, я попробую пальцем? Да нет, я ж, вот, у меня одна рука занята, чтоб не выскочил шумпол. Я думаю, что так держишь неудобно. Так. Теперь нужно попасть, чтоб на ниточку. Ну, какую ниточку? Нет, блин. На шах. Да. Угу. О, по-моему, попал. Не затягивай. Не, ну его ж до
рабочего-то надо довести. Слушай, а вот эти штуки, а меня, знаешь, они еще, подойдут? Они бесит, же современные. Вот других нету все равно. Других все равно нет, да. Что эти проклятые капиталисты, каждый делает для своего изделия свои замки. Заморочки, замки, да. Замки, отвертки. Свою резьбу. Свою резьбу. Там, какие-то там 5-6-гранники. Да. Ну да. Чтоб покупали, у них только расходники все так и есть. Да. Когда не стоп. Перекручивай. Ага. Все. Что-то не то. Три где-то поворота должно быть. Опять соскочила. Ага. Что, опять пружина поломалась? Да. А, это соскочило. Одна пружинка от другой пружинки. Лопнуло, что ли? Да нет, вроде. А что не так тогда? Он зашивный. Ну, потому что она там вот на соплях. Подожди, ну как на соплях? Что не так? Выскочила просто она или что? Выскочила, ага. Может, смотри, Петрович, давай ее растянем чуть-чуть, раз работает. Чтобы она, вот смотри. Она зажимала. Что, его, да? Чтобы она распирала. Она распирает. Может, еще чуть-чуть, раз она соскакивает. А-а-а. Недостаточно. Вот, да, да. Если она соскакивает, значит... Распорки не хватает. Не хватает, да, давления. И вдавить ее туда. И она будет прижиматься тогда. Ну, тут еще, Миш, я пожадничал. Я понял тебя. Еще нужно еще... Но она, видишь, она старенькая, поэтому это аккуратно надо. Ну, если что, дядька, мы такую пружину можем свить. У меня стальных проволок, вон тут вот, пружи написано. Ну, так они же не сырые. Нет, нет, сталюковые. Ну, сталюка бывает сырая, а бывает не сырая. Нет, я пружинные. Пружины, а все, теперь я, да. И я там подобрать, может, точно такую же. И она уже готовая, как бы. Да, готовая. Только ее либо укоротить, либо... Ну, сейчас. Пружинистая пружина. А, ну да, чтобы она не выскакивала. Да. Согласен? Сильно тоже не тяни, а то ее неудобно вставлять потом будет. Так кто же делаешь? Ты уже этими плоскогубцами ее ломал. Ну она, да, она сушеная. Вот в том-то и дело, что... Хорошо, 100 с лишним лет ей. Успокаивает то, что запасы пружин нескончаемые. И ничего тут такого эксклюзивного нету, что может сломаться и не сделаешь. Это так же, как с Ларнетом, с Петровичем. Думали-думали, как он разбирается, как они туда это засунули. А все настолько просто оказалось. Пинцетиком потянул, и все вышло. Короче, вот, видишь, сделал, что он примерно посередине. Да. Ну, теперь задача его ж... А, это влезет. Песня, да? Вообще. Ну, в этом что-то есть. Эй, песня. Села. Ну, посмотрим, блядь. Вальцуем или нет? Ну, давай проверим. Ну, подождите, Петр. А то потом опять будем развальцовывать. А кременю туда... А давай попробуемся, не одевай. Она так должна сработать. Слушай, кременю в трубочку, туда... Да. В трубочку, да. А от трубочки винтик? Во-первых, не, а там пружина должна быть. Вот он. Нет, пружина, вот она. И винтик здесь. И винтик здесь. А, она с этой стороны. Стреляет что-то. Подожди. Нет, вот тут же главное теперь нам собрать. И запустить. Да. Искру она должна если даже черканет хоть одну искру. Ну уже, да. Да. А давай мы ватку с бензинчиком положим. Вообще супер. А? И проверим, как искра бьет. Да. Да. Ну. Это. Кременек. А? Подожди. Кремень надо вставить. Подожди, Петрович. Кременек. Товарищ Маузер. У тебя кремень советский? Нет, зипа. Зипа.
Лопату. Да, вот. Ох, ё-моё, слушай. Ну, вон же, видишь, написано, ZIP. А нету советских, где их взять? Это я в табачный магазин зашел. Только ZIP. Так их вообще уже, наверное, советских нету. Что их будет делать и для кого? Зажигалки для давно не выпускают. Это только у антикваров могут быть такие, как таблетки. Ну. Ну. Вот придумают эти антиквары. А, ну да, тут думают, что он вроде перпендикуляр, он же тут выше. Да, кривой же. Под кривую. Кривуля. Ну, ну и что? Взрывай. Ну-ка. Ага. Ничего, нет? Ничего, первое может не искрить. Смотри, смотри, да. Не завальцован же. Да не, не завальцован. Да. Ты делаешь. Да японский города. Ты посмотри. Как же ж они его собирали там? Проклятие. Так притерто как все. Так притерто. Ну, не знаю, но. Может, на изоленту падать? Ну, как бы эпоксидка лучше, что-то. А? Эпоксидка. Вообще, вот самый лучший инструмент. Это как есть у меня один коллега, антиквар. Вот он говорит, я... Суперклей. Не-не-не, если вот здесь вот сусалочка из баллончика задуть. Ну да. Прям заработало, видно. Не крути. Побольше, да, наоборот, затяни, чтобы оно искру выбило, конечно. Не. Не? Не то, что так? Опять выскочило. А-а-а. Ну да. Ближнее выскочило. Стопор выскочило. А, обратно отдаёшь. Обратный клапан. Блин, ты посмотри, слуга, какая она мне... Вредная штука эта. Не вредная, а капризная. Но она мстит, её ж долго это мучили разные деятели. Что замучили и пружину сломали. А сейчас уже другие понятия, сейчас уже по-другому все это вот. А? Это все рассказы, Петрович, все точно так же. Поэтому по наехам здесь и тяжело. Знаешь, как я начинаю рассказывать про строительные нормы и правила, которые, ну, не приложены, чтобы долго не объяснять. Говорят, ребята, так, так и так, не иначе. Ну, знаешь, Петрович, ты еще вспомни программу ЦК КПСС. Я говорю, ребята, я сейчас подниму вам строительные нормы и правила дореволюционной России, тебя даже к сортиру не допустят. Я ну, когда вот влазил... Ну, что ты, товарищ? Что, товарищ? О! Такая цвыркалка, не цвыркнула. Же. Ну, значит, мы пружины мало взвели. Больше давай взводить. Давай вальцевать уже, раз так, раз цвыркает. Ну, забить чуть-чуть вот там прид это, в эти дырочки. Ну, да. Ну хотя бы да, можно. Не совсем. Что, да? Ну, сейчас. Как оно? Вальцуй. Если пружина не лопнет, то должно работать. Да нет. А в музее я проработал. Ну, видишь, они, как, 14. Люди делали тоже разовую вещь. Сделали, почему? Что оно не подлежит разборке. Правильно? Ну, такая первая... Ну, да, по идее, по-хорошему, там резьба должна быть и гайка вот внизу. Первые японские магнитофоны, блядь. Вот. Их мне нельзя было, блядь, разобрать. Почему? Они залиты были полностью. То, что они взрывались, это смолой, смолой залит. Бог. Они полностью были залиты, блядь, платами. Не знаю, я разбирал сколько их, я не видел, чтобы залиты. Были. Я Касю разобрал. У меня этот Касю. Все, а там все. В эпоксид. Да. Кнопки отдельно, да. Там а все. Вот это... Детали. Детали разноцветные, без буквенно-кодовых обозначений, все только цветами. Да, дорожки вот эти, как?
сука, блин. Неплохо завальцевал. Ты можешь пристучать, Петрович. Ну, я, видишь, так пожадничал. Там была, скорее всего, какая-то такая приспособка. Для чего? Для вальцевания. А, станок? Да. Ну, если они на поток это вставили. Ну, а... Они, ну, видно, что это. Там же, вон, ну, видишь, тоже завальцовано ж, сверху. Крышка. Не, нету никаких клеем там штампа. Mm-mm. Нет. Все посмотрел, ничего не написано. Тут же, видишь, там патентная так. Вот эта политика была довольно жесткая, они тоже боялись вообще что-то писать. Много предметов попадается этих лет, вообще без надписей. Ну, потому что фигачили без патента, чтобы никто не предъявил. Да. Я если как только следы оставил, тут же фирме прилетает. Ну вот так оно там идентично фирменному, только без ничего. Сделано было, да, да. Тогда такое. И он все равно рассчитан на какое-то количество времени, для, да, часы. Выработка все равно. Человек, да. Часы, трудодни и так далее. Твою мать. Что, соскочила? Да, опять. Блядь. Твою ж дивизию, ну. Только забили. Сука, ну, да ну. Твоя как ее закрепить может там. Наклей, давай. В смысле? Ну что там же это? Внутри? Да. Я не вижу. Ну да, блин. Там что, кусок чего-то, что ли? А? Да. А ну дай посмотрим. Да нет там ничего, я не. Ну как, трубка какая-то. Да. Там какая-то херь внутри. Ну это. А, это она вот здесь. Подожди, может быть трубка фиксирует. Смотри. Она может сюда. Ну она и вот же, вот она. А да, она в верхней стояла. Потому что это я делал. Эту я делал. А это здесь, так. Она может и выскакивать, что вот в трубку. Вот эту до конца нужно в эту расщелину запускать. А ты уверен, что трубка под эту, а не под обе? Вот, они вот. Одинаковые. Одинаковые. Ну эти, да, да, да. Они в трубке стыкуются точно. А-а-а. Вот так, есть. Теперь. То есть мы их вроде как растягиваем, ага. Да? О, вот это же, вот это классно, вот это сейчас точно не из-за того, что работать. В трубку да, села, да. А? Видишь? Да, 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 да. Да, все, да. Я теперь понял. Так. Да, ё-моё, теперь ты хрен попадешь еще. А. И... Трыц, видишь, вот так. Что в трубку? В трубку сел. Ага. Хорошо. Теперь аккуратненько. Выскочила пружина. Наоборот, сюда ее переведи. Да? Ага. Вот геморрой, блядь. Что, соскочила? Не, не. Вот. О. О. Эй. Так, тут оно вышло. Да. Вышло. Так. Ну оно сюда должно аж войти. Я аж по самой не хочу, блин. Почему оно? Пристучать, может. Опять. Молоток, любимый инструмент. Работает? Работает, а. Где вот эта
вот эти усилит... вообще между пружинами. А-а-а, оно не село? Ага. Ну почему оно сюда не идет? Нет, тут влезло, это если очень сильно придавить. Ну, кстати, одержало оно его. Что? Что, Петрович? Только вот этими вот. Усиками. Да. По идее, да. Она. Давай стуканем. Что туда держало усиками. А, вот зачекануть? Конечно. Ну, если работает, конечно, чекануть, чтобы держало, чтобы выпадало. Ну, и так, по идее, ну, почему она не хочет дальше? Угу. Рассчитано так. Это да, братцы. Кто-то в Рождестве, японцы делали? Что? Я эту. Нет, наверное, Германия или Франция. Франция или Германия, это однозначно. Из Европы. Может, тащили. Может, какая-нибудь Бельгия. Да. Что, выпрыгивает, что ли, не пойму? Да нет, я хочу же закрепить его. Ну неохота этим, или что, или шайба. Чуть-чуть стукни по ударчику и все этим керником. Да. И все. И... А вот кто ударит? Я давай. Это по пизде. Большой брать? Да. Где, скажи? Ну, средний, а висит, средний, скажем так. Угу. Знаешь, знаешь, как делаем? Я буду держать, а ты вот держи это. Давай, этот, я буду держать, а ты стукнешь. А я сейчас на... поставлю. Не-не-не, пожди так. Раз. О. А, все, понял, сейчас. Еще. Держит? Сейчас. Держит. Провалился аж почти. Вот же ж, зараза, а. Да, надо несколько раз там, по всей видимости. По периметру всему, да. Вот я сейчас совместил. Угу. Что с предыдущей дыркой. Так оно не залезло еще. Да как? А, ты е. Вот скотина. Оп. Оп. Так. Ну, вот здесь еще. Давай. В четверти сделаем. Точки. Может, зубильца моя. Сейчас. Да. Дышу, да. Поворачивай еще на четверть. Сейчас. Ага. Ой. Угу. Почему не сделать ее на резьбе? Еще пройдем. Ну, дешевляли. Давай еще пройдем. Еще по ударчику. Ну, конечно, желательно. Ну, еще по ударчику, Петрович. Контрольный. Сейчас крутить начнем, опять соскочит. Или вот здесь вот добавить просто. Есть. Так. Это что тебе? Ага. А, вот здесь же. Еще что-то вот, вот здесь. Ну, все по идее. Ну, по идее, да. Ну, так. Что уже?
впечатляет. Ну, ну вроде да. Как-то без энтузиазма. Что-то она приподнимается, а не стреляет, по-моему. Значит, не тряси ее кольцо, как дает. А, стреляет нормально. Угу. Не хватает, мне кажется, прижатия кремния. Угу. Да? Да, он даже и не вышел. Ну, значит, прижатия не хватает. Пружину растянуть надо. Кремниевую. Раз, так, значит, теперь определяем. Воем. Так, теперь пробираем, что ж там у нас, может быть, там кизяк какой-то, правильно? Правильно. Не хватит. Так у нас такого добра хватает. Вот, как раз зайдет по нему. Нет, это тут деревяшка, сейчас. Это что это там у них? Ну да, значит, тут, посмотри. Да. Тыц. Там что-то торчит. Да ладно. Да. Какая-то сука. Так ее с той значит, стороны. Значит, мы берем... Колесо тогда придется открутить и вытолкнуть, так? Угу. Колесо мы сняли. Там, возможно, кремний кусок или пружины. Кремний. Или сифилис там какой-то. Или заноза. Точно. Есть там что-то, сифилис, да? Сифилис, да. Грязь? Ну или геморрой. Ну, сифилис, блин. Да. Так, ну, не заходит это, да. О! Отработка кремния и пружины, когда оно терлось в остатках. Так. Значит, теперь двушку надо, да? Двушка что это? Да там вот диаметр. А, нет. Вот ты точно. Лёха, как продумает, а потом что, стрелять из нее, да? Ну, потом надо, да, видео снять, как это будет работать, конечно. Магний найду, завтра барахолка большая. Пойду поищу. Надеюсь, кто-нибудь что-нибудь спиженное с самолета принес. Ну, возьми порох бездымный. Ну, как, это, знаешь, такое, как вариант, он же вспышку не дает монтажных, да, с монтажных патронов. Она желтая, не белая. Да. Она желтая, а где снаряд? Какой? А я его забрал, да? Ну, давай другой поставим. Да не нужно, зачем-то? Я ж мерил его. Она, конечно, не белая будет, но тем не менее. Ну, в крайнем случае попробуем. Немного так. Его вообще туда там буквально. Чего? Ну, порох. Грамма 3. Так там нагар как будто от пороха. Вот. Ага, вот, кстати. Да. Вполне возможно, что народ развлекался. О, браво, Петрович! Так. Браво, Петрович! Прямо искрануло так. Ну какая разница? Ну да, я согласен с тобой. Сейчас кремень переработается, искра поярче будет. Галушей. Ух ты. Галушей. Лучше сейчас. Слушай, ну. Это что за струбцина? Камера. А, ты двумя снимаешь? Да. О. Ну, интереснее же, когда с разных ракурсов. Ну, разумеется. Yes! Браво, Петрович. Ну, за неимением... Камеру продемонстрируй. За неимением магния. Вот, пожалуйста, этот... Просрало. Надо смочить. А,
кончилась. Она выгорела. Конечно. Конечно. Я же экономлю. Он сейчас дорогой. Где? Ну, галоша. Да сейчас все дорогое. По червонцу. Не успеваешь за изменениями следить. То и требовалось доказать. Круто. Круто. Ты же рада. Не, ну уже октановое число не то. Да, да. Не? Не, он выгорает быстро пары это. Искра есть хорошая. Ну, видно. Нет, тут... Супер. Хорошая искра, да? Вообще просто замечательно. Что хочешь, воспламенит. Слушай, ну если честно, я не ожидал, что у нас сегодня получится. Да ладно, Петрович, я верил в тебя и в твои силы и возможности. Не, после... И молился мысленно всем скифским богам. После 8-го раза его разборки я тоже начал сомневаться. Ой, труба делает. Ну все получилось. Это вот тоже, знаешь, что делать? Друзья, что? Благодаря профессионализму Петровича, как всегда, у нас все получилось, аппарат заработал. Завтра пойду на барахолку, надеюсь, найду магния и продемонстрируем, как эта вспышка работала в 19 веке. Да. А если вдруг у кого-то есть кусочек магния и живет в Краснодаре, буду очень вам признателен. Да, приходите в бронзовую лошадь. Да, до новых встреч у Петровича в гостях. Пока. Бонзай.